Так, всем привет, ребята. Расскажу часть своей работы, которую сегодня выполнял. Проходит в подъезде стояк, труба 108, к ней буду приваривать муфту 65. Прежде всего делаю разметочку. 1,30 м от пола отмеряю. Это будет центр врезки муфты 65. Потом выставляю параллельно стенки, чтобы потом прикрутить туда кран 65. После приварки будет просверливаться отверстие, соответственно, этаже. С 1 по 5 будет 14 миллиметров. И с 5 по 10 будет 16 миллиметров. Но вначале привариваю массу к трубе, чтобы контакт был хороший, чтобы нормально можно было производить сварку. Сварку произвожу электродами 2,5 мм, 110 ампер. Примерно такая вот у меня сила тока. Еще хотел сказать, что это видео я уже выставлял, просто YouTube заспамил это видео, и мне пришлось его перезвучивать по новой. Так что извиняюсь, кто уже видел, кому не так интересно, можете промотать это видео. Итак, работа сварщика. В чем эти процессы, что не так быстро все получается, как хотелось бы. А вот такой стык я варил где-то 18 минут. С прихватками, с разметками. Сейчас сделаю две прихваточки с двух сторон, большие такие, жирные. Слева и справа от себя. Ток большой, так что труба 108. По-моему, 4 миллиметра толщиной, муфта тоже достаточно толстенькая. Так что ток тоже довольно-таки большой для диаметра 2,5 миллиметров. Еще напоминаю, что где-то 110 ампер я варю таким током. Так что как-то вот так. Смотрите дальше, буду ставить музыку, не знаю, как это. Эта муфта обваривается в трех пространственных положениях. Это потолочная, вертикальная и нижнее положение сверху делается замок.
Thank you.